Ох уж эта горячая Сандра Буллок, где ее булки, хочется сказать. А, все при ней. Даже сейчас. Ах, горячая сучка. Режиссер Джон Пасквин. А что, что? Да это же вторая часть, Минкингиальность. Прекрасно и опасно. 2005 год, режиссер Джон Пасквин, да-да-да. Большой ремонт, правила совместной жизни и другие фильмы. Бюджет 45 миллионов бакинских, сборы США на 48. Сборы в мире 101 миллион, фильм окупился, зрителей в Пиндосне 7,6 миллионов. Сборы в России 835 тысяч долларов. Премьера в России с 14 апреля 2005 года, кара премьер, но премьера в мире 11 марта 2005. Был, кстати, релиз на DVD 16 июня 2011, вот CPD читал, как раз в летнее время смотрим. Почти 2 часа, ну, ребят. Джон Пасквин, зачем? За что ты нас так не любишь? Затянутая комедия, правда. Можно было обойтись хотя бы 1:30, 1:20. Сандра Буллок, Риджин Кинг, Энрико Мусуляна, Уильям Шатнер, Эрни Хансен. В общем, все те же актеры, что и в первой части. Ну, почти все. Итак, немножечко рекламки, убираем. Грейси Харт, агент ФБР. Справившись с важным заданием на конкурсе красоты Мисс Америка, она становится знаменитостью. Но однажды друзей Грейси, Шерил и Стэна похищают в Лас-Вегасе. Ёпта, не хухры-мухры. Грейси предстоит спасти их, пойдя на конфликт с руководством ФБР, которая опасается ее провала и потери репутации и авторитета организации. Ну что, фильм получает у нас 7 баллов, достойно так. Две части хороши, хотелось бы трилогию. Неплохо так у Буллок получается быть сексапильной ФБРшей. И еще плюс Мисс Конгениальность 2. Мы были в 2005 году, Grand Reviews. Также у нас есть помощь авторам, да, Наталья, забудем, очень признательны. И Яндекс.Зен, мы вас ждем, любим. И welcome back.